мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы будем обрезать челку. На самом деле век технологий. Я на Джум заказала себе челку. Дэнь, мне не нужна вешалка. Мама будет делать челку. Мама сейчас будет преображаться. Спасибо. Так, мама будет преображаться. 139 рублей стоит мое преображение. Цвет волос, кстати, я надеюсь, подходит к моему. Нам не придется что-то делать с цветом. Ну, со своим цветом я точно ничего не буду делать. А вот посмотреть на себя с челкой я бы хотела. Когда-то давно я заказывала челку, и у меня, кстати, была нормальная такая челка, знаете, добротная. Какой-то желтый цвет отвратительный. Да? Была добротная челка, густая. Я даже не знаю, где она. Наверняка я ее никому не отдавала. Может, если только Кристинке. Сделана она на две защипочки. Вот здесь такие. Раз. Два. Какие-то две висюльки сбоку висят непонятные. Давайте попробуем преобразиться. Стоит ли вот эта вот висюлька своих денег? 132 рубля. Я вот так вот закалываю. Раз, два. Так. Эти висюльки непонятные вообще по бокам. Еще она такая примятая чуть-чуть. Слушайте, ну, в общем-то, сдалека ничего, да? И чем отличаются вот эти челки, чем они не хороши? Тем, что они кардинально отличаются от вашего цвета волос. Не цвета волос, а от вашего блеска волос. Посмотрите, насколько блестит эта челка и насколько волосы мои. Плюс цвет, естественно, каникалон мы никак не покрасим. Я помню, что у меня были волосы какие-то, и мне прям очень хотелось их покрасить. Ну, в общем-то, мы можем посмотреть, как мне пойдет или не пойдет с челкой. Да? Сдалека. Чуть-чуть давайте раз. Вот так вот, чуть-чуть сдалека. Идет мне или нет? Висюлька. В принципе, я ничего такая девчулька, да? Становлюсь. Вроде нормально уложила челку. Хвостик. Приберу. По-моему, ничего. Мне только не нравится, что эта вот фигня торчит. Она должна внутрь торчать. Каниколон еще его и никак плойкой не прикрутишь. Но во всяком случае, вот этот вот дешевый за 139 рублей ничего с ним не сделаешь. А в горячей воде можем. Что мы? Каниколон только в горячей воде форму свою держит. В принципе, вот. Во, вроде уложила. Смотрите. Как вам? Нравится? Кому я нравлюсь с челочкой, ставьте лайк. Вообще у меня давно-давно челка была, но мама мне когда-то сказала, что тем, у кого большой лоб, не идет. Ну, раньше, знаете, были такие поверья. Сейчас, конечно, она совершенно другого мнения, и всю жизнь я проходила без челки. Но когда я была маленькая, она говорила, что, ну, как бы челка мне не пойдет, не пойдет. И я делала... Фу. Когда я была маленькая, она говорила, что без челки мне не пойдет, потому что у меня высокий лоб. И когда я была маленькая, я все время ходила с челкой. А потом я захотела челку убрать. И вообще мне показалось, что без челки, тогда как раз без челки было модно. Очень многие зарубежные звезды были без челки. И я себе убрала челку. И потом все больше убеждалась, что мне без челки на самом деле очень хорошо, потому что лицо открыто. И потом я подумала, что челку я сделаю только тогда, когда придут годы, и когда, может быть, будет морщинистый лоб, и я не захочу что-то вкалывать в себя. И тогда я сделаю челку. И с челкой очень даже хорошо. Мне нравится, как Валерия, например. Валерия сделала челочку и очень прекрасно, очень молодо выглядит. Хотя уже сколько лет певица Валерия, кто знает. Думаю, все знают. В общем, челочка, мне кажется, она немного молодит. Вот. Скажите, пожалуйста, как мне? Нравится вам или нет? Вот. Конечно, если вот обрезать челку или нет, это прикольно. Купить вот так вот себе эту челку, присобачить и решить. Сейчас мы у Кристины спросим, кстати. Слушай, ну неплохо, ты знаешь. Да?
Обрезать? Я удивлена, у тебя когда-то была смешная челка, я даже ее до сих пор помню. Короткая? Ну, у тебя была оранжевая или какая-то, ты тоже там такая, вот такая, помнишь, да, один раз? Приклеивала я, да. Я не знаю, что, но я тогда, когда увидела, я смеялась, ну, не смеялась, я такая... Я там пиелась челка. Знаешь, маме челка идет? Ну, неплохо, ну, неплохо. Ну, даже очень неплохо. Можно снять какой-нибудь клипчик, да? Да. Ты маму поцелуешь с челкой? Ты узнаешь меня с челкой? В общем, вот такое приобретение можно взять всего за 139 рублей. За 139 рублей. Посмотреть, идет ли вам челка или нет. А потом уже решать, обрезать ее или нет. Но я рекомендую девочкам, которые молодые, не закрывать свое лицо, открывать его, пусть будут открытые брови, открытый взгляд, открытый лоб. Все красиво. Вот. А потом, ближе к старости... Можно скрывать морщины челкой. Как ты к этому относишься? Кристина со мной согласна. Все, мои хорошие, вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Челку я пока обрезать не буду, хоть она мне и идет. Пока-пока. I wanna be loved by you, just you. I wanna be loved by you. Если я так на пойду куда-нибудь, да, вер... Ой, так лучше. Теперь также мы ее снимаем. Опа. Опа. Ой. Не, вообще натуральную челочку было бы неплохо купить, да? Она так хорошо держится на самом деле. В цвет покрасить своих волос и нет, прикреплять, делать какие-то образы. Прикольные. Сейчас челки прикольные есть. Ну тебе не пойдет, у тебя это совсем другой цвет волос. Ну, вот без челки. Совсем другое дело, да? Открыто. Мне кажется, намного вот, лицо сразу такое. Ну иди покажи. А вот Кристинка примерила челочку. Говорит, мне ничего. Прям думает отжать у меня челку. Иди скорее. Да-да-да-да. Привет. Да, правда, очень хорошо. Наверное, я тебе ее задарю. Будешь видосы у нее снимать? Может, я закрасить? А ну дынь. Может, подкрасим тебе челку так? Обрежем так, покрасим. Мне еще такой блондин. Вообще, девчонки с ума сошли, да? У меня еще есть татуировка. Да. Это они у тебя все на канале посмотрят. Татуировка, челка. Краса. Ладно, мои хорошие. Если мне идет челка. Сейчас, если я спрошу, идет ли Кристина челка, у меня будет больше дизлайков. Так что ставьте лайк, кому нравится челка. Нет, я прекрасно понимаю, что мне не идет челка, тем более я ее так надела. Я тебя позвала только потому, что ты сказала, даже ничего мне понравилось. Какие мои маленькие. Девчонки, вы сходите с ума, скажи, вы какие-то сходите с ума. Дэнь, а тебе челку, давай посмотрим. Мой сладкий такой носик, этот сладкий. Носик сладющий. Ножи, челки не нужны. Ой, Дэня. Мне кажется, мне не идет она просто. Все-таки не идет. Дорогие. Убегай. На, Дэнь, челку. Отдай челку мою. Куда с челкой пошел? Дай маме челку, одень сюда на голову челку мою. Давай. Вот так. Давай. Вот так челочку. Давай, мама поможет. Все, перетрусила. Котик. Давай ручки, мам. Все, сложил.